Добрый день, дорогие друзья, с вами компания ProTuning, филиал на улице Российская, 313. К нам в работу заехал Jeep Wrangler Rubicon, автомобиль очень серьезный, который сделан для того, чтобы ездить по очень плохим дорогам, а иногда даже когда их и нет, и мы его будем улучшать как внешне, так и внутренне. Давайте посмотрим, что же за список работ у нас предстоит с данным автомобилем и что мы с ним будем делать. Как вы видите, автомобиль у нас уже разобран, все это потому, что он будет клеиться в матовую пленку. Не просто матовый вариант, а именно серый цвет. Это самое такое оптимальное для того, чтобы машина ездила у нас по бездорожью, потому что черный глянец, как вы все знаете, очень сильно царапается от абсолютно любого даже прикосновения. Уже не говорим о ветках, грязи и песке, которые будут у нас ударяться об этот кузов на бездорожье. Поэтому матовая пленка будет идеальным решением для того, чтобы использовать автомобиль по его изначальному предназначению. И плюс ко всему, так как петли у нас здесь вынесены наружу на данной модели и заклеить их не представляется возможным, чтобы они так сильно не выделялись, мы их снимем тоже и перекрасим в черный матовый цвет, чтобы это все смотрелось более органично. И как видите, мы разобрали все элементы, которые будут нам мешать в оклейке, те же самые подкрылки, пороги, задние форточки, ручки дверей, чтобы загнать пленку под них, и чтобы у нас не было видно каких-либо стыков на итоговом варианте автомобиля. Плюс он у нас сейчас без тормозов, без тормозных дисков, потому что они у нас будут перекрашиваться, именно центральная часть самого диска, чтобы она не ржавела со временем, так же, как и будут перекрашиваться диски данной машины. Поэтому поехали, посмотрим, что произойдет с этой машиной и как хорошо она преобразится. Итак, настал день выдачи. Еще один готовый проект, автомобиль, который преобразился полностью у нас в компании ProTuning. Что мы сделали на данном автомобиле? Это полная оклейка, как я и говорил, как вы наблюдали, в цветной серый матовый винил. Полностью без проемов мы оклеили весь кузов, сохранили наклейки, но это у нас не заводские наклейки, которые изначально были на автомобиле. Невозможно оклеить его так, чтобы это все переместить на новую пленку с окрашенного покрытия. Мы их восстановили, отпечатали по новой точно такую же надпись Rubicon с обоих сторон. Здесь на крыле под логотипом Jeep тоже мы восстановили все наклейки. В общем, машина осталась у нас в таком своем заводском исполнении, как будто бы, но при этом поменяла свой облик. Помимо оклейки кузова в винил, мы еще сделали покраску дисков. Черный матовый цвет всех четырех дисков и плюс еще и запасного колеса, которое находится у нас сзади. И, как видите, за колесными дисками у нас находятся окрашенные тормозные диски в черный цвет. Сделано это для того, чтобы сами диски у нас тормозные не ржавели, потому что машина эксплуатируется в жестких условиях. Она, в принципе, для этого изначально и создана. Езда по дорогам, где нет дорог, по болотам, бродам всяким, по грязи. И, в общем, как раз таки из-за этого у нас тормозные диски, их центральная часть не будет ржаветь, потому что окрашена она, кстати, в порошковую краску, которая выдерживает большую температуру, которая у нас возникает на тормозах. Ну и, как видите, дальше петли дверей и капота у нас отличаются по цвету, потому что мы их покрасили в черный матовый цвет. Сделано это потому, что оклеить их из одного куска пленки так, чтобы это все красиво смотрелось, невозможно, поэтому прибегнули к такому
решению данной проблемы, что на дверях, что и на капоте. Они у нас окрашены, тоже выделяются, очень брутально все это смотрится в стилистике всего автомобиля. Задняя часть, задний полукруг у нас затонирован в 5% пленку, темную, как видите, клиент, это было тоже пожелание клиента, которое мы выполнили. И финишно по кузову мы сделали нанесение керамики на пленку, чтобы защитить его от появления различных повреждений от химических воздействий различных. То есть это может быть птичий помет, химия на мойке, которая может высохнуть на ЛКП и оставить следы. Собственно, керамика от этого всего защищает и плюсом еще добавляет насыщенности цвета, несмотря на то, что машина серая, казалось бы, при этом у нас глубина этого серого цвета увеличивается, и он становится более таким насыщенным. И еще одно главное изменение, которое никто, в принципе, не увидит снаружи, даже пассажиры, которые будут ехать в салоне данного автомобиля, об этом не узнают, но о нем будет знать водитель этой машины, а именно подножка под левую ногу для ее отдыха, потому что завода это не было предусмотрено, там был просто ровный пол, сделали тоже установку данного дополнения, этого аксессуара в автомобиле, теперь ездить на нем будет гораздо комфортнее. В общем, выполнили пожелания клиента, абсолютно все было учтено, сделали все в лучшем виде, ну, в принципе, как мы всегда это делаем у нас в компании ProTuning. Хочется узнать ваше мнение, как вам этот Jeep Wrangler, естественно, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого автомобиля. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и ждите выхода новых роликов на нашем канале.